хотим вам показать свои картины о современной жизни, о том, как мы ее понимаем. Эта картина называется «В шоколаде». Нашедший, утраченный рай. Она о тех, кто очень любит деньги. Для них все. Деньги – это все, это вся жизнь и весь рай. Эта картина называется «Амбиции». Она о других эгоистах, о тех, кто любит властвовать, власть. Для них быть у власти, командовать, чтобы им люди подчиняли, для них это самое главное. Картина называется «Амбиции». Эта картина называется «Природа на другом плане». О эгоизме человека, который на своей утлой лодочке, в своих кругах выбирается, сопротивляется, при этом забывая о природе, которую уже замучили, затоптали люди. И думаю только о себе. Эта картина об экологии. Называется «Камень на сердце». О экологическом состоянии всей нашей планеты, плачевном. Это просто пейзаж. Называется «Скала, дерево и море внизу». Это картина об эгоизме в отношении между мужчиной и женщиной, об эксплуатации мужиков, женщин, о тех, кто называется альфонсы. Эта картина тоже об отношении мужчин и женщин. Называется «Железяки». Он и она – железяки. Эта картина о любви, о женской доле. Она называется «Любовь» или «Разочарование» или «Трагедия». Там вверху женщина, идущая навстречу любви, попадает в петлю. Там две петли, их надо рассмотреть, а то получается не то, если их не видеть. Получаются совсем другие впечатления. А эта картина – моя биография о том, как сложилась моя жизнь. Вот такие у нас картины. Нравится вам, посмотрите. А кому не нравится, пусть нарисует лучше.